Современный диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса, коагулометрический анализатор для проведения анализа крови и специальные каталки для транспортировки тяжелобольных пациентов. Общая сумма приобретения составила более 3 миллионов рублей. Оборудование госпиталь получил в дар от спонсоров Сбербанка и благотворительного фонда «Память поколений». Мы благодарны фонду. Все это оборудование нужно для наших пациентов. Оно работает, будет востребовано. Аппарат УЗИ может с легкостью перемещаться по палате. Также просто его можно вывести в другой кабинет или даже другую больницу. Это не первый подарок для госпиталя ветеранов войн Приморья. В прошлом году учреждение получило аппарат искусственной вентиляции легких. На самом деле мы никогда не выбираем помощь самостоятельно. У нас заявительная форма обращения. То есть госпиталь обратился к нам за помощью, и мы, рассмотрев данный запрос, оказали помощь по списку, который был им необходим. На базе госпиталя для ветеранов в этом году начнет работу и региональный гериатрический центр. Задача этой службы – сохранить или восстановить у пациентов пожилого или старческого возраста способности к самообслуживанию, физическую активность, независимость от посторонней помощи в повседневной жизни. Напомним, что в рамках нацпроекта «Демография» разработан региональный проект Приморского края «Старшее поколение». Он направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия. Изначально мы составили с госпиталем список необходимого оборудование, в котором нуждается медицинское учреждение. И отсюда начали работать с фондом. То есть подали ему заявку в Москву и дальше отслеживали на всех этапах до непосредственно поступления оборудования сюда. Госпиталь для ветеранов войн в год принимает до 5000 пациентов. Сюда поступают участники войн со всего Приморья, а также вдовы ветеранов, дети войны и другие категории населения. Катерина Матвеева, Евгений Опарин, новости на Восьмом.